В Люберцах продолжается медианеделя. Журналисты городского округа принимают участие в мероприятиях, направленных в том числе на популяризацию работы в СМИ. Так, в рамках ежегодного проекта все желающие могли ознакомиться с работой издательско-информационного центра на каждый день. Там расположены редакции газеты «Люберецкий округ» и научно-практического журнала «Вопросы местного самоуправления». Главный редактор печатных изданий, председатель Люберецкого отделения Союза журналистов Подмосковья Рустам Хансферов. Люберецкий округ, можно сказать, новое. Уже год в октябре будет. То есть газета выходит, 24 номера вышло раз в две недели, 8 полос. Рассказывает о событиях, которые происходят в Люберцах, в нашем округе, в поселках. Вот, уже есть подписчики, тираж 5000 экземпляров, подписчиков почти 600. Что касается журнала, то журнал в следующем году ему будет уже 20 лет. Он федеральный, в принципе, есть подписчики по всей России. Вот, рассказывает об опыте работы муниципалитетов. В том числе там информация и уровня федерального, регионального, которая полезна им для работы.